Год педагога и наставника приближается к концу. Он был насыщен мероприятиями, которые охватили свыше 17 миллионов человек по всей стране. На торжественной церемонии закрытия года в Москве вице-премьер Татьяна Голикова подвела итоги работы и отметила, что это только начало. Мы только определили с вами ключевые направления работы, по которым нужно точно двигаться вперед. Мы определили основные векторы наших действий, поняли, какие темы для нас являются важными и ключевыми, и почему это должно продолжаться. На мероприятии также выступил Алексей Русских. Губернатор представил опыт Ульяновской области. В этом году регион стал инициатором проведения всероссийского конкурса «Лучшая педагогическая династия». Также в области действует региональный закон о статусе педагога, по которому определены соответствующие категории – наставник, методист, исследователь. Статус получили более 300 педагогов. Это звание присуждается специальной конкурсной комиссией на 3 года и в соответствии с ним производятся специальные выплаты. На эти цели из регионального бюджета выделяется около 60 миллионов рублей. После своего выступления Алексей Русских вручил министру просвещения Сергею Кравцову памятный подарок. Это 3 нагрудных знака и напечатанный экземпляр закона, который будет передан в музей Министерства просвещения России. Кирилл Савосин, Управда ТВ.